105 тысяч рублей в год обходится республиканскому бюджету перевозка одного пассажира пригородными поездами. На ежедневном совещании главы Чувашии обсудили вопросы перевозки пассажиров на пригородных маршрутах. Компания «Содружество» выполняет пригородные перевозки по 5 маршрутам. В республиканском бюджете на компенсацию затрат компании заложено 72 миллиона рублей. Сейчас выплачено 24,5 миллиона. Министр транспорта там прислал телеграмму. В субботу будет проводить, соответственно, совещание в адрес полномочных представителей. Вопрос он серьезный, хотя менее 1% пассажиров перевозим, но оплачиваем колоссальную сумму. Примерно такую сумму получают у нас аэропорт, казенное предприятие, Чуваш-Автотранс. В текущем году 173 миллиона в целом на перевозку пассажиров в бюджете предусмотрено. Как вы уже сказали, 44% это Содружество идет. У нас перевезенный пассажир по железнодорожному транспорту обходится бюджету 105 тысяч рублей в год. Для сравнения, перевезенный пассажир автомобильным транспортом или городским электрическим транспортом чуть более 1 000. То есть в 100 раз больше у нас один пассажир стоимость железнодорожной перевозки. Министр финансов Светлана Янилина обратила внимание, что на поддержку перевозчика уходят немалые средства. Но есть ли реальная польза от этого? Пригородный железнодорожный транспорт сейчас не используется в полную силу, у многих есть машины. Оплачивать полупустые вагоны просто накладно для местного бюджета. Надо искать варианты. Михаил Игнатьев поручил проанализировать наиболее оптимальные маршруты для перевозки пассажиров, чтобы понять, насколько эффективно расходуются бюджетные средства.